Для выживальца лучший класс ДНД — это друид. Да, волшебники самые имбовые, но у них самое маленькое здоровье. А в ДНД, если тебе прилетает достаточно большой урон, то ты умираешь, и иногда даже без возможности воскрешения. Самое клевое свойство — это то, что вы можете превращаться в животных. И ваш пул здоровья не расходуется, пока не потратится пул здоровья животного. И есть довольно мясистые опции в этом плане. Также существует друид Круга Луны, который может превращаться в гораздо более крутых животных. В итоге здоровье у вас может быть просто огромное. Также у друида куча лечащих заклинаний. И куча заклинаний, которые обездвиживают врагов. Это очень важно, потому что контроль поля боя зачастую намного эффективнее, чем простое нанесение урона. На последних уровнях все друиды умеют замедлять свое старение. То есть, если вы обычно живете до 70 лет, ну, если играете за человека, то так вы будете жить до 700 лет. Понятно, что в рамках одной кампании это может быть не так круто, но это уже, с точки зрения выживания, бешеный козырь. А если вы какой-нибудь эльф, который живет, я не знаю, там, до 1000 лет, это 10 тысяч лет. У друидов есть заклинание телепортации через деревья. У друидов есть животные, которые летают. Вы можете превратиться в гигантскую сову и нести на себе свою группу. Также друид прекрасно заполняет любую роль в своей группе. Да, возможно, он все эти роли выполняет чуточку хуже, чем классы, которые резко в это специализируются. Но иметь возможность, если кто-то из ваших друзей не появился на игре, полностью заменить его роль и тащить как танк, лечить, дамажить, исследовать. Вы буквально можете поговорить с животными, сказать, здесь не проходила группа бандитов, которая несет прекрасную рыжую девушку. В моих играх мастер очень прикольно отыгрывал, что собака может сказать, дай сосиску, дай. Что типа у животных тоже есть свой уровень интеллекта, они не могут вести сложные беседы. Также очень важная тема, что друиды могут использовать ритуальные заклинания, чтобы не тратить слоты заклинаний. И ритуальные заклинания у них есть очень стильные. Например, мне нравится заклинание, которое позволяет буквально спросить совета у вашего мастера под предлогом того, что друид гатает на птичьих костях, или на листьях, или на чае. Как хотите, можете это обыгрывать. Также друид — это очень редкий случай, когда ваша основная характеристика — это мудрость. И в мудрости есть очень много интересных навыков, и буквально выживание находится среди этих навыков. А что там еще? По характеристике мудрости работают такие навыки, как выживание, уход за животными, проницательность, медицина, внимательность. Можно сделать очень крутой билд. У меня есть две любимые расы для друидов. Это фирблги и шифтеры. За фирблга мне нравится отыгрывать именно очень доброго друида. А за шифтера у меня есть персонаж, которого зовут Хвост. И за него я отыгрываю такого типа городского друида Круга Луны. Очень крутая особенность друидов, это что они могут превращаться только в тех животных, которых вы видели. Никто не мешает вам первым делом в вашем приключении отправиться в зоопарк. Еще мне нравится очень классная стилизация друидов, что они не могут использовать металлическую броню. Прикольно, кстати, что металлическое оружие они использовать могут, но металлические щиты использовать не могут. Я бы не сказал, что это какое-то серьезное ограничение. Вам доступна кожаная клепанная броня, вам доступна меховая броня. Учитывая, что вы почти всегда будете вступать в бой в форме животного, пофиг. Также мне очень нравится кантрип, который доступен друиду, друидкрафт. Что мне очень понравилось, он позволяет, например, затушить пламя на большом расстоянии. То есть вы можете, например, ночью прокрасться к лагерю разбойников и буквально потушить там все фонари. Также этот же кантрип позволяет узнавать погоду на следующие 24 часа, что может быть не очень полезно. Ну, довольно круто, что когда в группе есть игрок, который спрашивает постоянно мастера, какая погода следующие 24 часа? Еще этот кантрип позволяет создавать разные такие, типа, визуальные эффекты с помощью природы. Например, у вас может быть какое-то противостояние, вы можете буквально запустить вот это, знаете, перекати поле из вестернов. Мне кажется, что друид по количеству именно фана от игры, по количеству клевых штук, которые вы можете вытворять, наверное, один из топовых классов для меня в ДНД.